2, 1. Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Гриша, Артур и Артём. Привет. Всем привет. Мы продолжаем играть в Звездные войны, Старая Республика. Вот. Ну и куда пойдем? К храму джедаев, я так понимаю, да? У нас всех туда ведет дорога приключений. Ну и по пути, может быть, что-нибудь еще там нароем. Мы находимся на Титуне, мы сюда прибыли, чтобы учиться, и в последней серии мы обнаружили, что здесь вот эти непонятные флешрайдеры, бывшие обычными, очень глупыми, жестокими, примитивными да. Гуманоидами, вдруг резко организовались и оказывают сопротивление, режут и похищают падаван. И выйдите не туда. Отлично. Блин. То есть, короче, явно в этом замешана сила. Да, в последней серии, в последнем квесте за рыцарей джедаев, то есть в вашем, мы обнаружили какого-то непонятного джедая, который повелевал якобы. Да, но это был как бы, походу, я так понял, местный эффект какой-то. То есть он не всеми прям повелевал, какая-то отдельная группа у него была. Так что истинная причина, будем выяснять. По-любому нас послали в храм джедаев, сейчас мы туда и направляемся. Я там был в свое время, где-то... Ой, блин, я там был уже чуть ли не полтора года назад. Офигеть. Да, это было давно. Короче говоря, красивое место. Тут у нас какой-то Джек Шепард. На горе этот... Чего они сидят там? Джек Шепард, что у тебя тут за квест? У меня квест. Я вот этот бонус. Вы вообще на всех убили. Значит, он и у меня тоже. Что за квест у вас? А, убить 4. Ну это как бонусный квест 4. Убить всех. Люркера вот этих появился. Вот этих серых, короче. Ага, у меня их 2 теперь. Угу. Один остался. Ох, кто-то прилетел. Почему один остался? У меня осталось 2 еще. У меня один. Толково. Сейчас буду ждать прыжка. Так, ну это не люркер. А, у меня же прыжок теперь есть. Да, мы между сериями прокачались. Бум. Ну то есть купили новые скиллы. У меня тоже теперь их 5 вместо 3. Я, кстати, так не попал. Я выполнил. Толково. Прикольно так все. Красивенько. Угу. Так, а где Артём? Да я тут занимаюсь скотоводством, в общем. Сейчас догоню. Надо сказать, что мой скилл мне понравился. Я просто раскидал их всех. А это ты был? Я думал, это мой прыжок, нет? Не видел. Это было круто. Только она перезаряжается долго. Круто так отбивает. Еще у меня телекинетический бросок есть. Что тоже, я думаю, будет достаточно весело. А вот и храм. Храм. Вот это красотища. Как тут ходить, кто знает? Какая? Отдельная кнопка переключается. Кнопка слэш. Нет, я не буду ее нажимать, потому что... Да. Она у меня запись на паузу поставит. Я просто вид от первого лица включил и показывал зрителям красоту локации. И убежал куда-то вперед, как упоротый. А почему вот этот корабль, они же... А, ну это же в фильме было, а фильм не особо привязан. Корабль похож на имперский десантный. Вон висит. А нет, не похож, просто крылья были похожи. Ну ладно, давайте... Так, давайте тут забиньемся. Да, привязываемся. И вот здесь тоже надо. Храм джедаев открыт, и теперь можно путешествовать сюда на местных таратасах. Отлично. У кого сколько денег, кстати говоря? Хороший вопрос. 145. У меня 189. Че, сообразим драйв? 9, да. Так, вот тут у нас квестик есть. Да, квестик тренировочку возьмем. Кстати говоря, мы будем тут постоянно их проходить, и постоянно будет этот какие-то новые испытания он подкидывать. С каждым разом все сложнее. Зангиев. Да-да-да. Я слышал, ты начал свои испытания. Мастер Оргус хорошо о тебе отзывался. Не удивлен, что ты забрался так далеко. Но у некоторых джедаев есть способности делать намного больше. Помогать больше количеству, да. Заинтересован? Ну да. Всегда еще чем помочь. Ну-ка, тебе видно. В галактике война. Ситхи против республики. Республика против ситов. Не все, кто учится на джедаев, в общем-то, все бойцы. Есть еще и дипломаты, ученые и так далее. Вот почему мы создали такую тренировку.
Что прогрессирует джедаев, да. Падаванов, способность их вести республиканских солдат. Хочешь, чтобы я прошел это испытание? Этого я и прошу. Дроиды здесь на поле программированы, чтобы действовать как имперские солдаты. Да. Покажи свою эффективность, убив этих дроидов, и ты будешь квалифицирован, чтобы вести воинов республики в битву. Можешь это сделать? Абсолютно. Это будет слишком просто для меня. Превосходно. Первые дроиды уже готовы. Приступай. Запросто. Запросто. No sweat. Даже не спотею, говорит. Так, ну вот здесь они будут, да? Насколько я... А, тут надо активировать эту байду, правильно? Да, но она не готова, кто-то, видимо. Сволочи. Ее же мякал уже. You bastards! Как не могли. И сколько тут ждать? А, вот все. Ну что? Нажимай, Артур. Мы же без тебя не можем начать, как бы. На консольку, ага. Training simulation activated. Неслась. Вот, ого! Все. Это я. Тут ты, блин, даешь. Не жмите руки. Зачем ты такой тупой? Капец. Return to line. Я слишком крутой. Все, это было просто. Тут на одного человека она как бы рассчитывается за задание. Просто раскидал такой всех один, другие попрыгали. Я впечатлен. Надеялся, в общем-то, найдем более интересное для тебя, более такое сложное испытание. Так, Accept. 512 и опыта. Все, пойдем в храм, познакомиться с местными. Так, точно. Так, вот еще какой-то чувачок. Сначала переговорим, да, с чувачком. Это ваш чувачок, кстати. Да. А, нет. Или нет? Да, ваш. Он, по-моему, нет. Наш. И это для каждого отдельное задание. Так, говорит, короче, у меня есть для тебя сообщение. Послушайте его. Да, конечно. Давай пообщаемся. Ты окажешь мне великую честь. Твоя миссия очень важна. Учителя, в общем-то, хотят... Короче, когда у тебя будет время встретиться с мастером Мухида, он научит тебя навыкам джедаев. Ну, это, короче, чувачок нам отправляет к человеку, который прокачкой нашей будет заниматься, если так обобщить. О, у меня голос звонок. Окей. Я до туда еще не дошел. Куда вы убежали вообще? Потом мы на лестнице поднялись. Так, у нас звонок. Халок. Вы говорите, возвращайтесь ко мне. Лидер джедаев-консулов нам звонит. Шан, лидер джедаевского совета. Мне никто не звонит. Хотел бы поговорить с тобой наедине. Так, прежде чем мы встретимся со всеми остальными. Что тебе нужно? Это не разговор для голоканала. Заходи в комнату медитации в храме, поговорим там. Красивая? Нет. Ну, азиаточка такая. Так, а ты где? А. Я тут у лестницы. Вижу. У вас есть вот тут квест? Нет, это нет, твой. Это твой. Это мой, хорошо. Так. Эй, подавай, да, должен быть один из тех, о ком говорил мастер Йон. Должен быть. Если мы не были джедаями, я бы сказал, что ты такой же милый, как и описывали. Но мы джедаи, поэтому я ничего такого не скажу. Блин. Извини, я опять бубню. Мастер Йон сказал, чтобы я напомнил тебе, что она сказала, что джедаям нужно научиться смертельным скиллам, и сказала, что я должна тебе сказать, что ты должен. Блин, она какая-то... Это все? Да, точно, забыла, подожди. Иди увидь мастера Уэтл в замке. Не очень хорошо выглядит, но он покажет тебе вещи, которым ты не поверишь. Удачи, да прибудет с тобой силы. Ох, такая вот. В общем, да, пойдем. Пойдем. Let's go. Тебя назвали некрасивым. Меня назвали милым. Но не назвали. Да не надо звать. Так, хорошо. И вот тут у нас непонятная штука, похожая на... Холод. Нет, похоже на шкатулку из восставшего из ада. Чем-то. Окей, каждого свое. Так, на первом этаже отправляемся, да? Ну, пойдем на первом этаже. На первом этаже... Что у нас на первом этаже?
А у нас с Артемом там миссия. Мастер Сатель Шан. Ладно, я с вами пойду. Сатил Шан. Это внучка Бастилы Шан из Knights of the Old Republic. Ну, короче, предок, я не знаю. Голограммы. Да, она не внучка там. Да. Потому что им всеми это заводить нельзя. Так, Джоин Джек Шепард. Welcome, Padawan. The temple is already buzzing with accounts of your heroism in the training grounds. Короче, в храме уже говорит о твоем героизме. Добро пожаловать. Мастер Оргус сказал мне, что ты дрался с флешрайдерами. И с тем, кто использовал световой меч. Ты в порядке? А, ну я в порядке. Не волнуйся за меня. But have you truly searched your feelings about this? Как ты на самом деле себя чувствуешь? Брать жизнь. Короче, это действует на человека. Эмоции, типа страха и злобы, ведут к темной стороне силы. Настоящий джедай дерется спокойно. Я могу контролировать свои силы. Вне зависимости от того, что я увижу. Как кодекс джедаев нас и учит. Эмоций нет, есть мир. Запомни эти слова. И возьми это. Это источник силы. I'll see you soon in the council chambers. А, кодекс говорит, это источник силы. Но, говорит, вот это тебе никогда не помешает. Небольшое прикрытие, да. Четвертый уровень и новая курточка. Хорошо, теперь мы то же самое должны сделать за Артема. Да. Так, а где выход? Подожди, вот сюда. Теперь я падаван. Такой зал совета. Так, скрит. Я сейчас быстренько все это скипну, да и все. Я пока осмотрюсь, здесь есть. Здесь есть где застрять. А мы вышли. Уже. Все, идем дальше. Так, теперь нам на второй этаж. Артур, у тебя на втором или на первом этаже? Я по. О, смотрите. Прикольно. Что там? Что такое, чудо? Ля-ля-ля. Мужик магиот. Магиот. А научи нас так. Мобилка, мужик. Прикинь. Хорошо, откуда тут взялись эти три кирпича, мне интересно. С улицы притащил такой, да? Как обычно, три волна. Студенты носят булыжники. За зачет. Ноги качают. Так, мне на первом этаже есть что-то. Да? Это мастер. А, это мой главный мастер, кстати говоря, мой учитель. Что-то там. Ну, с главным мастером все. И на втором этаже что-то есть. Это голограмма прикольная. Так. Все вышло из моих рук, Квайзен. Вышло из рук, ничего не могу сделать. Странно слышать это от тебя. Да я не говорю. Падаван, войди. Это Квайзен Фесс, старый друг. Он здесь на охотничьей экспедиции. Древняя трандашанская традиция. С удовольствием, Квизен. Рад встретить тебя. И мне тоже, говорит, маленький охотник. Я, говорит, пойду еще поразведу там, поохочусь. Некоторые люди, даже некоторые джедаи... Как сказать, не принимаешь, что ли, ее дружеские отношения с ним, или как? Да. Спасибо, что... посмотрел эти голограммы. Джедаи так достаточно много потеряли в последнее время в нашей истории. Тогда не было особых проблем. Я идентифицировал холопроектор, который был украден. Он содержал голограмму мастера Джори. Был еще одним основателем джедаев. Он переметнулся на темную сторону силы. Предал орден, который помог создать. Он предал орден, но как? Что он сделал? Все, говорит, мутно. Он был очень силен. Эта голограмма содержит его темные секреты. Вор, похоже, из деревни Каликоли. Местное паломничество пилигримов. Ой, твилеков, то есть. Да. Нелегальное, в общем-то. Многие из них голодны, бедствуют. Короче, притон. Да. Почему они здесь? Религия, в общем-то, их сюда привела. Они здесь нашли убежище, но без разрешения республики. Я хотел бы, чтобы ты пошел в эту деревню и поискал там этот холопроектор.
забрал его. Они отрицают республиканские законы. Нам запрещено их полностью защищать, даже если их атакуют флеш-райдеры. Странно, говорит, у нас с ними отношения. Ну, я буду дипломатичным. Если они поймут ситуацию, мы придем к соглашению. Когда достигнешь деревни, найди Башена, капитана охраны. Он все знает. Возможно, он держит голопроектор. Возможно, это будет хорошим уроком для тебя, Падаван. Хорошо, мне дали новую курточку. Курточки новой, хана! Так, вот такие пироги, короче. Ну, нам, скорее всего, тоже туда придется идти к этим. Ну, но да, со своей целью. А мы тут, если пойдем, поднимемся по этой лестнице на втором этаже, нет? Мы нет, вот здесь, похоже, если пойдем. Похоже, что нет. А, да. Выйдем в главный зал. Да. И я тут уже наверх. Толково. Ух ты, какой мужик тут стоит пафосный. Где? Такой. Это что за Каджита, похоже. Каджит, на самом деле. Но я круче, чем он. Так, ну и ладно, пойдем на второй этаж. Что у нас тут? Я посмотрю как карту. По карте, если посмотреть, раз, то здесь два. Есть мастер Витл, говорящий с древними. Мне нужно к нему. 45 опыта. Кто любит 45 опыта? Я люблю 45 опыта. Артур, ты любишь 45 опыта? Я обожаю 45 опыта. Отлично. Так, ну она, в общем-то... Ты в стену ушел. Да. У меня уровень. Так, а тут что у нас такое? Так, это ваш, нам нужно в главные комнаты попытаться пройти, но, насколько я помню, нас не пустят, или мы пройдем и уйдем. Не, подожди, а вот тут у меня еще какой-то квест. Мастер Муши... Я внутрь вошел, да. Сейчас тогда 5 секунд. Это для каждого, видимо, отдельно. Нет. А мне не надо туда входить вообще. Да, потому что наш главный квест, потому что. Угу. Меня не пускает кон. Это печально. Ох, ладно, я тогда к себе пока схожу. Посмотрю, что тут есть вообще. Ну что такое прикольное здание? Угу. Что у нас там происходит? Зашли в покои совета. Сейчас поговорите, видимо, поэтому я молчу. Я чувствую тьму тут. Вашего тренера нашел. There is darkness here. В общем, нам представили мастеров сейчас. Кто они, что они рассказывают? Так, я, в общем, до твоего уровня диалога сейчас дойду, чтобы можно было переводить. Давай. Да, тут мастеров представляют, в общем-то. Нас очень мало. Вот, как раз она говорит то, что флешрайдеры были... неорганизованными и привитивными до сегодняшнего дня. Теперь мы говорим на Танимо. Они, в общем, у них бластеры, они работают как армия. Нам нужно узнать, почему. Да. Человек, ведущий флешрайдеров, действовал не один. В общем-то, остатки... Руины, в общем-то, есть неисследованные. И с помощью нашего подавана мы... Да, в общем-то, разузнаем. Сила сильна в нас. Лучшего мастера не нашла бы, чтобы закончить обучение этого подавана. Тренировки могут подождать, я думаю. Тренировки, да. Я выполню свои последние тренировочные задания после того, как разберусь с флешрайдерами. Ага. Иди, говорит, снарядись. За снарягой, я тебя там подожду. Тебя окей. За снарягой, прям как в сталкере, да? Терминология. Да. Так, ну мы все. Так, да, мы вышли. Теперь смотрите на меня. Где ты? Опа, этот Пикард. Фейерверк! Подожди, я тоже хочу. Тебя повяжут. Тебе нельзя. Все, я бегу это. Пускай. Я могу. Давайте я вам покажу, где ваш учитель. Хотя вы сами видите. Да. Я фейерверки делал, а почему они не летят? Тебя сырые. Потому что не умеешь им пользоваться. И никто этого не увидел. Я forever alone. Нечешно. Так, ну что, у меня одно задание. Пилигримы. Поговорить с Башеном. Это надо идти в деревню. Какой-то беловолосый Халк стоит. У всех, что, как? Это задание. Походу, да. Так, сейчас у нас там какие-то у меня новые навыки. Saber Ward. Принять. А, защиту улучшает. Толково. Мне персонаж вообще похож вот именно на этого Старкиллера из Force Unleashed, его тема.
у него есть Force Wave, это раскидывать в стороны, mm-hmm. Mm-hmm. есть способность швырять врагов, там, телекинез. Ну да, то есть, не, ну Force Unleashed, она как бы само название с такой подоплёкой, что он в основном на силу. Ну, да. Не, ну там он, по сути, такой универсал. Он там и боец тоже неплохо. Он же, кстати, срисован с персонажа из Battlestar Galactica, да? Нет. Да там с какого-то актера. Нет, просто с актера. Этот актер еще играл в фильме «Мгла». Ну, а он просто разве в Battlestar Galactica не играл? Я не Авалон помню. Он там, по-моему, был. Я даже не смотрел. Как ты мог? Я не помню, честно говоря. Я очень давно смотрел. Ну, пусть кто-нибудь отпишет комментарий, интересно. Так, подожди, а у нас еще какая-то миссия тут. А, да-да-да, назад надо еще. Подожди, никаких еще не все. О, Шаунди стоит, это из какой игры Шаунди? Мы еще сейчас должны поговорить. Занесли. Мы должны еще поговорить с нашим мастером, потом только в ту деревню можем пойти. А, да, мы с тобой просто взяли и ушли. Да. Типа, да потом. Такие вот мы гады. Вообще отстой. Фу, такими быть. А, Артур побежал. Обследовать территорию. Я просто, да, бегаю, смотрю, что тут вообще есть. Давай, забегай. Я за тобой. Так, а где он? Это я тут фаровый лон. А хотя, стоп, подожди, я, снарягой. Наверное, сам пройду, потому что нам это... Ну да, тут ящик со снарягой просто. Синхронно сделаем. В следующий раз меня увидите, можете не узнать, у меня новая курточка. Я крутой. Клевая. Чертов совет, в общем-то. Я, говорит, так, я предпочитаю действовать, не болтать. Ты на этом диалоге, да? Ну да, самый первый получается. Угу. Я, в общем-то, скучаю за старым советом, типа того. Да. Угу. Я не виню тебя за то, что у тебя будут вопросы. Можешь спросить, мои вопросы подождут. My questions can wait. Потом все, есть. Давай найдем нашего врага. Поищем наших врагов. Я знаю людей, которые могут помочь. Есть группа. Есть группа валиков, пилигримов на Тутуане. Они, в общем-то, тут нелегально поселились. Но они нам нужны. Что это еще за нелегальное поселение? Как они, говорит, сбегают закон? Короче, у них тут поселение в горах. Это твоя следующая остановка. Поговори с матриархом. Да-да-да. Узнай, в общем-то, что ты лекам известно про флешрайдеров, и у меня начинают стукать тебя в соседи. Да. Сосед. Да прибудет с тобой сила. С двумя дрелями. И тянет кресло. Пец. Так, ну все, короче, я поговорил. Аналогично. Жду искать Артура. Да, а что меня искать? Я тут, я смотрю темен. Так, ну что, давайте. Вам, короче, нужно найти матриарха. Она у них в горах живет, насколько я помню. Да, и да, 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 да. Там достаточно сложно будет до нее добраться. Около нее будет серьезный такой противник. Он мне настучал, когда я был один. Втроем там мы ему сейчас навешаем люлей. Ты был одинок и слаб теперь. С тобой два бугая бегают. Теперь нас трое, и мы все равно слабые. Одиноких слабых. Так, ну и что, пока новых испытаний нет? Ну и ладно. Да. Все, давайте пойдем в горы. Ну, Джек Шепард, как обычно, срезает через лужи, ну. Ну, а я ботиночки промочил маленько, нормально же. Так, а вот здесь, кстати говоря, новое испытательное поле. Там тоже можно будет... Попозже, походу. Ну да, возможно. Да хорош там стучать. Ох, какой прилетел опасный. Надо, да, короче, на каждом этаже в подъезде вешать табличку, идет запись. Типа, когда лампочка загорается, чтобы вообще все молчали. Ну да. Так, деревня Каликории. Найми человека, который будет ходить, все рты заклеивать скотчем. Точно. У него запись. Так, а там какие-то животные, они... А они дружелюбные. Не убивай их. Он, видите, что-то зеленым светится. После входа в пещеру. Вообще-то это, по-моему, просто да? пещера, в которой мы будем. Нет. По-моему. Мы сможем выйти оттуда и взять холокрон. Да? Там, в общем, с другой стороны локации нам бы туда зайти. Я так, а вот тут мы не можем подняться, разве? Нет, нет. Ну куда ты? У нас квест с другой стороны. Не, у нас да, квест с другой стороны. Успокойся, ну. Все, окей. Все. Не, ну, Артур? Он худенький, он сможет. Может, ты меня возьмешь за ноги, Джек Шепард, за руки? Кину.
кинете туда меня. Обухал. Кинули такие в скалу, у тебя спина сломалась. И блин, промахнулись. Ну извини. So sorry. Ты прям как Брюс Уэйн. Брюс Уэйн. Колодцы. Нет, это был самый эпичный момент тогда. Я так смеялся, кстати. В кинотеатре смотрел, когда он уже второй раз или третий полез, уже запрыгнул когда. И я там уже сам, блин, готов был заорать. Where is the trigger? Да, такой встаю и зал. Where is the trigger? Where is it? Так, все. У продавца попкорна, да, такой. Where is the trigger? Отстаньте, я просто попкорн туда есть. Так, возьмем сначала квест, потом Артур сдаст свой, да? Здесь много общих квестов, на самом-то деле. На самом деле, да, натурально. На самом-то деле, натуральная зона. И это, ну, если на самом деле, а если нет? Ты опоздал, джедай, как и всегда. Флэшрайдеры уже пришли. Они уже забрали. Уже забрали своих жертв. Мой отец знал эти горы. В общем-то, он помогал патрулям, когда мог. Но когда флэшрайдеры появились, он так домой не вернулся. Он был не молод, но заслуживал большего, чем быть разорван на куски. Прояви сострадание, джедай, найди его. И убей любого райдера, который остановит тебя. Я сделаю все, что угодно, чтобы помочь. Найду твоего папу. Хорошо, но будь быстр. Пожалуйста, если найдешь его, если он ранен или вне себя, в общем-то, забери с него кольцо, в общем-то, и типа принеси его мне, ну, в общем, вот такое. Я чувствую, кольцо мы только и найдем, подсказывает, как мне тут верно подсказывается. Так, еще какой-то квест. Это твой. Это мой. Башен. То есть он совершенно свой. Принесите другую или три фестиваль раз в год. Как обычно, снова неожиданные гости. Нежданные. Вижу. Фестиваль пробуждения, джедаи. Тебе здесь не рады. Я могу ходить куда хочу. Чего ты ожидаешь, Башен? Извинений? Что тебе нужно? Либо тебе нравятся торты? Я охочусь за вором. Торт — это клёво, чувак. Нет, мы не крадем, мы заимствуем. Голопроектор? Да, я знаю, о чем ты. Нален нашел один. Нален Ралла. Может, ты слышал о нем? Я новенький на Титуне. Нейлен Ралах, наш чемпион по дуэлям на 9 лет вперед. Уже 9 лет. Он однажды спас целую... Короче, он сильный. Он планирует нашу защиту, защищает нас. Без них даже фестиваля бы не было. Я не скажу тебе, где он, нет. Нейлен заслуживает мир и тишину. Но он может быть в опасности. Или ты хочешь рисковать, чтобы с ним что-то произошло? Нейлен может о себе позаботиться. Против флэш-рейдеров возможно. Но против джедаев не может. Хорошо. Нейлен попал на территорию флэш-рейдеров. Его уже давно не было. Хорошо, спасибо. Enjoy your festival. Увидишь его, скажешь, чтобы он вернулся попраздновать. Ну чё, послушали? Ну, в общем, ты хоть суть обрисуй его. Объясни нам, да, примерно. То есть, я спросил насчет голопроектора пропавшего. Они говорят, что его находил Нейлен вот это вот. А Нейлен, это у них за последние 9 лет, короче, он все время побеждал в чемпионатах по дуэлям. Очень крутой, очень сильный. Они сказали, что, ну, вообще он у них заведует там охраной и всем подобным. Так что они его очень ценят и не скажут нам, где он находится. Вот гады. А потом я сказал, что, мол, он может быть в опасности. Поэтому они мне сказали, что он на территории флэшрайдеров находится. Найдешь, говорит, пусть придет попразднует с нами. Вот. А вообще у меня сегодня с переводами все плохо. И у меня башка туго соображает. Как вы заметили, наверное. Ну, ничего страшного.
Так, join conversation. Так что давай, Тёма. Подойди, джедай. Удели мне несколько секунд для матриарха. Я пообещаю, в общем-то. Твои дела подождут. Меня зовут Ведериан Айон. У меня есть для тебя просьба. Я говорю о флешрайдерах. Я видела, что они становятся сильнее, я знаю почему. В общем-то, ну и в чем причина. Полностью. Да. В общем-то, над ними экспериментируют. Есть какой-то эликсир, как только они его выпьют, они сходят с ума. Становятся похожи на голодающих животных. Это черная медицина, примитивная и злая. Что, они разрабатывают какие-то там... Откуда ты это знаешь? Один из наших воинов был пойман этими райдерами. Он сбежал и рассказал мне, в общем-то, что видел там. У нас не хватает людей, чтобы на них нападать. И даже джедаи не могут узнать их монстров из этого мира. Но без помощи воинов джедаи могут добраться до пещер флешрайдеров и уничтожить их, в общем-то, запасы эликсира. Наоборот, с помощью. Тогда записывайте меня. Спасибо. Одимус Мэр, в общем-то, знает, где все это спрятано. Он капитан нашей стражи. Короче, с ним надо поговорить, да. Да. Так, ну давайте. Подожди. Давай, может, еще квестов нахватаем. Потом пойдем уже по нашему основному. А нам просто потом, по-моему, наверх надо будет подниматься. Да. Здесь, по-моему, так, а то что? Здесь, по-моему, на поле есть какой-то квест. А нет, сейчас нет. Так, ну что? Все, тогда пошли к нам, зайдем. Давайте сначала сюда, а потом вот туда, куда я смотрю. Пойдем там поговорим, мы будем подниматься наверх. В деревне у нас есть еще квест на Юлия Фафана какого-то. Это не только у меня, по-моему. Ну, ладно, потом. Хорошо, давайте. Так, только давай заходить, короче, не каждый в свою, получается, а в одну какую-то, потому что у нас получается разбег в диалогах, неудобно переводить. Ладно, да. Давай. Так, присоединиться. Вражеское подкрепление прибыло, мне написали. Отлично. Начинает диалог. Приветствую, матриарх. Мастер Оргус Дин послал меня, чтобы помочь вам биться с флешрайдами. Джедаи разделяют, в общем-то, наконец-то страдания моего народа. Это же, говорит, никак не связано с тем, что на вас начали нападать. На ваши тренировочные площадки. Не буду врать, в общем-то, это так. Мы даже не подозревали, насколько серьезна эта угроза. И теперь ты ищешь помощи у людей, которых ты игнорировал. В общем-то, разведчики выслеживали их месяцами. Поделюсь тем, что мы нашли. Или согласитесь защищать моих людей? Мы страдаем. Мать, тебе нужно отдохнуть. Мать. Давай, говорит, я за тебя эту ношу понесу. Тебе надо мать. Матриархам вроде больна. Да, что-то не так, она больна. Спасибо, но у нас есть свои лекари. Это моя дочь, Рана Таувен. Она и муж будут говорить за меня. А мне нужно прилечь. Я не знаю, зачем ты пришел. Мне, говорит, не важно, если ты уничтожишь флешрайдеров. Теперь у них есть новое оружие, оборудование. У них есть лагерь в долине рядом. Они говорят, что у них в пещере очень много технологий, оружия. Так, ну что, тогда я позабочусь об этом. Если мы, в общем-то, заберем у них эту технологию, это нейтрализует флешрайдеров. Нужно их напугать. Взорвать, в общем-то, их оружие. Как это сделать? Технологии — стандартный республиканский дизайн. Мы можем перезагрузить все силовые модули. Давай, говорит, я вам покажу, как это делается. Это уменьшит их количество и уничтожит их техническое превосходство. Если принесет технологию сюда, мы скоро сможем себя защищать с помощью этого оружия. Вот. Фу, ну так-то, в принципе, да. Деревня уязвима к атакам. Вам нужна лучшая защита. Да это, говорит, бесполезно объяснять, пока ты не попадешь в эту пещеру. Тебе нужен доступ одного из лидеров. Найди технологию и поступи, как считаешь нужным. Удачи, джедай. Вот.
Тебе нужно, короче, после того, как ты получишь это оборудование, решить, то ли уничтожить его, то ли отдать Твилеку. Ну, если мы его отдадим, по сути, это так-то не понравится, я думаю, совет. Тёма, иди сюда, вернись. Что там? Иди сюда. Посмотри. Нравится она тебе? Кто? Она, вот это зеленая? Ага, да. Так, подожди, сейчас заценим. Короче, ты можешь с ней покрутить шуры-муры. Она слишком зеленая. Так, смотри. Да ладно, зеленая, но... Купим мы тебе краски. Да, краски, баллончик. Тогда все, тогда договорились. Я просто хочу... Подождите, теперь нам нужно вот сюда. Джедаем запрещена привязанность. Мы же играем за правильных джедаев. Я сейчас свою эту скипну. Конечно. Ты там скипай. Мы тут подсолнухи выкорчевываем. А, это ж тут, тут какой-то квест будет, я помню. Да, вот что-то я тоже помню, но я не помню, где убрать. Это позже. Может, сейчас, кстати, и возьмем. А вот тут какой-то еще квест. Но это мы возьмем потом. Он наверх, там по дороге надо будет кого-то убить. Да. Или это вообще, по-моему, на несколько людей. Нет, там, по-моему, надо наверх подняться и поговорить с женщиной какой-то на вершине башни. А рядом с ним будет плохой дяденька. Нет, вот квест. А я думаю, потом, когда мы вернемся уже вот на этот огород, нам дадут квест, то есть разобраться с этими... Не знаю, короче, я не помню, честно говоря. Не, ну вот этот давайте возьмем. О, это что, бассейн? Нет, не бассейн. Так, подожди, я что-то запутался. Вот он. И нас сейчас отправят наверх. Еле так. Фан. Опа, холод. Я далеко нахожусь. Еще молодые джедаи на Каликоре. Я Юли Фан, мастер ритуалов. Приветствую вас. Хотел я тут, короче, церемонию одну замутить. Вы, говорит, хотите разделить церемонию? Вы понимаете опасность? Опасности. Ну, безумные пришельцы. Не пойму, о чем вы говорите. Один не понимает. Так тебе не сказали, я извиняюсь. Многие из ваших падаванов пришли в Каликоре, чтобы пройти нашим путем. Обряд посвящения наш пройти. Короче, получит... Кто из вас получит аудиенцию Каловиш, получит от нее мудрость и ее дары. Да. Окей. Что она? О чем церемония? Она живет в горах наверху. Она однажды была нашим лидером. Теперь она наш духовный, короче, наставник. Наставник и защитник. Чтобы завершить церемонию, тебе нужно пройти к ней домой. Нужно защитить огни от флешрайдеров. В общем, там будут костры, нужно будет их зажигать. Это докажет, что ты достоин. Если хочешь... But if you are deserving, it will be enough. Короче, горит не очень долго, но если ты заслужишь того, этого будет достаточно. Хорошо, зажигай. Нет, там, телефона. And light each of the signal fires along the mountain path. When you reach the end, you will find Коловиш. Когда до конца дойдешь, найдешь Коловиш. Толково. Окей. Так, тут еще кристалл у нас есть. У меня здесь... Все поблизости, еще какой-то Одимус Мор поговорить с Одимусом Мором. Да. И зажечь первый костер, это уже в другом месте. Пошли к Одимусу, к этому сходим. Да, пойдем. Это общий квест получается. Ну да. Так что, как раз. Ха. Кто-то побежал. Вот он. Вот. Бягу. Чек Шепард! Джедай, знаю, что ты тут делаешь. Ведериан послал мне поговорить с тобой. Она сказала, что флешрайдеры... про эликсир флешрайдеров. Который делает их сильными. Она ищет путь уничтожить эликсир, но она делает ужасную ошибку. Нам не нужно уничтожать его. Он нам понадобится, и я заплачу тебе, если ты его мне принесешь. Заплатишь. What exactly are your intentions? Вот что ты вообще хочешь? Эликсир может сделать наших охранников сильными. Да, он изменит их, но он сработает. Мы сможем защитить свою деревню и уничтожить врагов. Представь, если эликсир делает флешрайдеров такими мощными, что он сделает с воинами-пилигримами. Принеси его мне, и ты будешь награжден. Умоляю. Эликсир. Ладно, посмотрим, кто что ответит.
Я не помогу тебе. Эликсир должен быть уничтожен. Ладно, подчиняйся приказам старой женщины, уничтожь эликсир, но кровь Перегрима на твоих руках. Эликсир в пещерах, за деревьями. Я думаю, джедай может подойти близко. Слышь, а что вот этот зеленый чувак? Вот я смотрел, сколько этот диалог, и смотрю, этот чувак, ну что, отливает, стоит в углу? Нет, вот он если, просто стоит. Вот если, с, что, этой, вот если с этой точки смотреть, вот откуда я, то точно как будто стоит на фоне, там такой... Ну ты, конечно, заметил, да. Так, ну что, тогда в любом случае уже время... Давайте серию завершим, да? Да, и пойдем уже в следующий, в горы там или куда. Ну, короче говоря... А, в горы, а потом... А потом пещеру. Этот эликсир все-таки, я думаю, мы уничтожим. Да. Потому что мутантов еще не хватало, твилеков. Да-да-да-да-да. Поэтому, короче говоря, увидимся в следующей серии. Джек Шепард, как обычно, сходит с ума. Ну и ладно. Увидимся. Увидимся. Всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока.